Привет! Всех с наступившим 2019 годом! Вы не успеете оглянуться, и скоро уже настанет весна с летом, а там и хорошая погода, и отдых на природе. И как говорится, готовь сани летом, а снаряжение для отдыха на природе зимой. И вот я сделал для вас подборку товаров для кемпинга, которые, я считаю, точно вам пригодятся. А некоторые товары есть у меня, и я их могу смело советовать. Для подписчиков канала будет конкурс на два победителя, и будет несколько вариантов призов. А условия конкурса я спрятал где-то между товарами, так что смотрите внимательно и до конца. Призы классные, так что советую участвовать. Приятного просмотра! Маленькая портативная горелка. Очень компактная и полезная штука. Пригодится всем, кому необходима одновременно компактная, надежная и мощная горелка минимального веса. Туризм, альпинизм, вело- и мотопоходы, автостоп и автопутешествия, отдых на природе на выходные, тактическое использование, аварийное решение для домашнего использования. Нужна для приготовления пищи в посуде небольшого объема. Оптимально максимально для троих человек. Она очень проста в конструкции и очень легко зажигает. Даже при сильном ветре, все из-за встроенного пьезоподжига. Простой дизайн, возможность складываться до миниатюрных размеров, достойная мощность. Все это делает горелку незаменимым спутником в походе. В сложенном состоянии она помещается в небольшой пластиковый футляр, что позволяет носить ее даже в кармане куртки или штанов. Самонадувающийся коврик. Штука классная и необходимая. Данная модель порадует функциональностью и простотой эксплуатации. Подойдет для трехсезонного использования – весна, лето и осень. Самонадувающийся коврик меньше каремата в длине и имеет комфорт надувного матраца. Данная модель в сложенном виде занимает немного места, а в развернутом виде сам надувается. Но если вам нужно, чтобы он быстро надулся, можно помочь ему ртом. В сдутом виде коврик стягивается резинками и упаковывается в чехол, который идет в комплекте. Надувается, кстати, коврик через специальный отсек в углу коврика. Его удобно как надувать, так и сдувать. Нижняя часть и верхняя часть коврика изготовлены из полиэстера 240T Ripstop, который отличается высокой прочностью и износостойкостью. Толщина коврика составляет 3 сантиметра. Раскладной походный стол. Идеальное решение для пикника, отдыха в саду или на даче. Стол и 4 стульчика легко складываются и раскладываются, не занимают много места в багажнике и их легко перемещать. Особенностью модели является стол-трансформер без ножек, который крепится к складным скамейкам. Набор легко складывается в компактный чемоданчик, что позволяет брать его с собой в любую поездку на природу. Максимальная нагрузка на стол 50 кг, максимальная нагрузка на стулья 100 кг. Конструкция легко складывается в компактный чемодан. Высота стола 66 см, вам будет удобно сидеть за ним. Длина стола 85 см, места хватит на 4 крупных мужчины. Стулья, расположенные по бокам, позволяют вам свободно вставать и никого при этом не беспокоить. Поверхность стола легко протирать любым материалом, а также его легко мыть на даче струей из шланга. Очень необычные висячие палатки. Это совершенно новое сочетание палатки и гамака с возможностью усовершенствовать и построить целый город в подвесном стиле. Этот продукт владеет всеми преимуществами гамака, вместительностью и безопасностью и комфортом палатки. Проблема с влажностью земли и ее неровностями просто перечеркнута. Подвесная конструкция имеет множество вариантов крепления, начиная от деревьев и заканчивая багажником машины, что делает ее весьма функциональным продуктом. Материал палатки устойчив к ультрафиолету. Тент имеет хорошие показатели водонепроницаемости. Плотный материал пола усилен стропой для распределения нагрузки от основных строп для растяжки. Герма-мешок. В путешествии всегда есть опасность, что сумки или рюкзаки случайно упадут в одну из горных речушек. Что тогда делать с промокшими вещами, документами, телефонами, ключами и другими ценностями? Как сохранить от ненужной влаги ценные вещи, документы, деньги и карты маршрута? Если вам требуется надежный защитник вашего снаряжения от влаги, легкий и удобный, то вот такой гермомешок – это именно то, что вам нужно. Изготовлен из сверхпрочного полиамидного материала, который не боится не только влаги, но и различных механических повреждений, таких как царапин, проколов и трения. Этот мешок позволит сохранить вещи туриста сухими в любой ситуации. Находясь в нем, они всегда будут в безопасности. Гермомешок водонепроницаемый, с защитой от воды, песка и пыли. Никогда не беспокойтесь о том, что вещи могут упасть в воду и промокнуть.
Палатки, но уже не висящие, а обычные. Это важный атрибут любого туриста или путешественника. У меня из Китая были на обзоре несколько палаток, так что я оставлю ссылки именно на них, так как я лично могу посоветовать то, что проверял. В них можно разместиться с удобством в любом походе и при любой погоде, а также спрятать свои вещи. Вот такая палатка с тамбуром для 4 человек или для 3 высоких. Очень будет кстати для несколькодневной вылазки. Но еще есть и быстро раскладывающаяся палатка, в которой будет очень комфортно летом на природе, так как она очень хорошо вентилируется, но боится воды. В любом случае, вы можете выбрать любую палатку для своих нужд, а я в свою очередь ссылки оставил в описании. Складная силиконовая миска для путешествий. Изготовлена из гибкого качественного силикона, благодаря чему легко складывается и раскладывается. На дне находится специальная прорезиненная полоса, которая препятствует скольжению миски. Очень удобная складная миска неоднократно выручит вас в поездках или путешествиях. Она изготовлена из прочного силикона, благодаря которому легко принимает очень компактную форму и занимает минимум места в вашем багаже. Походная разборная печь-щепочница. Изготовлена из очень качественной нержавеющей декорированной стали толщиной 1 мм. Собирается за считанные секунды, так же как и разбирается. Удачный вариант для лесных вылазок, пеших походов, велотуризма, а также ее можно брать с собой на рыбалку, охоту, для готовки или подогрева пищи. Занимает очень мало места. Топить ее можно мелкими щепками, ветками, сухой листвой или травой. Она очень мобильна, компактна и является более эффективной, нежели чем огонь на открытом пространстве. Складная корзина для пикника, ну или по грибы сходить. Просто незаменимая вещь в хозяйстве. В дороге, на отдыхе, пикнике и просто походе на рынок и в магазин. Такая корзина выручит вас всегда. Также корзину можно использовать при походе по сбору грибов или ягод и пеших походах. Это делает ее просто незаменимой вещью для активных и динамичных людей. Она послужит хорошим помощником при ведении домашнего хозяйства. Подойдет для использования как взрослым, так и детьми. Небольшой туристический коврик. Выполнен из вспененного полиэтилена. Идеально подойдет для мамочек с детьми во время прогулок по парку или в туристических походах. Его очень удобно использовать в больших кемпинговых палатках, где размер спального мешка достаточно велик, а использование стандартных туристических ковриков сопряжено с некоторыми неудобствами. Также незаменим такой коврик в качестве подстилки для пикника. Изделие удобное, компактное и легкое. Эргономичный рюкзак на одно плечо, предназначен для повседневного использования в условиях мегаполиса. Модель оснащена удобной плечевой лямкой, существенное преимущество которой – это возможность быстрого сброса за счет специальной системы крепления. Благодаря демпферным вставкам рюкзак комфортен для спины. Транспортная ручка, размещенная наверху, позволяет легко удерживать модель. В рюкзаке есть основное отделение, вместительное и удобное, и 3 внутренних кармана, закрывающиеся липучками и молниями. И еще один карман с органайзером, расположенный на передней поверхности. Небольшая бухта веревки – это необходимая часть экипировки альпиниста, туриста, спелеолога, да и вообще пригодится в походе и на охоте. Веревка используется для крепления в безопорном пространстве, для защиты от падения на опасных участках, для динамической страховки при восхождении. В связи с областью использования к веревкам применяются особые требования по прочности и динамическим качествам. Изготовлена веревка из полиамидного материала нейлона, который достаточно прочен, устойчив к внешним воздействиям и эластичен. Веревка бесспорно пригодится вам либо на природе, либо дома. А вот и спрятанные условия. Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и поделиться этим роликом в любую из своих соцсетей. И обязательно оставьте ссылку на свою соцсеть в комментариях, чтобы я проверил репост и отдал вам приз. Смотрим дальше. Полезнейшая штука как на природе, так и в городе – это солнечная панель. Имея вот такую крутецкую штуку, вы с легкостью сможете подзарядить свой любой гаджет, будь то отдых на природе, в походе, на охоте или просто блуждая по городу. А если поиграть с углом падения солнечных лучей, то можно получить максимальную мощность и зарядить немножко быстрее все что угодно. В комплекте идет 4 карабинчика, кабель для зарядки и сама солнечная панель.
Суперперчатки, которые нереально порезать. Если вы часто работаете ножом и вам надоели порезы, то такие перчатки будут очень кстати. Выполнены очень качественно, и по всему периметру перчаток расположена нержавеющая проволока, которая не даст порезать вам руку. А более 2000 заказов дают понять, что эти перчатки действительно нужны и очень полезная вещь в работе с ножом. А вот вам и нож, крутой, тактический. Вы просто посмотрите на этого красавца. Этот нож предназначен специально для грубых работ и выдерживает большие нагрузки. Сталь клинка D2, твердость 58 по шкале Роквелла, толщина в обухе 5 мм, вес 165 грамм. Есть подпальцевые насечки и выемка для центрального хвата, а специальная заточка лезвия позволяет с легкостью резать, колоть, строгать и рубить все что угодно. Накладная ручка с композитных волокон с рифленой поверхностью. Ножны заслуживают отдельного внимания. Нож сидит в них очень плотно, не выпадает, никаких люфтов нет, все четко и надежно. Крепление можно прикрутить на другую сторону или поменять угол для горизонтального или вертикального ношения. Еще раз всех с Новым годом! Удачи, процветания и благополучия! Обязательно участвуйте в сегодняшнем конкурсе! Кстати, призы вы можете посмотреть в описании, я на них оставил ссылки, их там много. А победителя будет 2. Спасибо вам, что смотрите меня. Вот вам мои инстаграмы, переходите и смотрите. Есть инстаграм канала и есть лично мой. Надеюсь, вам будет интересно, а мне приятно. Спасибо за просмотр, всем пока!